Вновь сбили пешехода. ДТП произошло в среду на улице Куйбышева. В 3 часа дня грузовик сбил 32-летнего мужчину. По предварительной версии ГИБДД, в происшествии виновен сам пешеход. Он попал под колеса грузовика, выбежав на дорогу на красный сигнал светофора. С многочисленными ушибами, ссадинами и сотрясением головного мозга горе-пешехода доставили в больницу.